Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников. Карл Теодор Пилотти, или фон Пилотти, немецкий художник. Родился 1 октября 1826 года в Мюнхене. Карл Теодор фон Пилотти начинал как жанровый художник и считается одним из важнейших представителей реалистической исторической живописи, которая стремилась к максимальному детальному воспроизведению исторических сцен. Я цитирую Википедию. В 1856 году он был назначен профессором Мюнхенской академии изящных искусств. 3 июня 1860 Карл Пилотти и Берта Халерман поженились в Евангелической церкви Святого Павла в Перлахе. В 1874 он стал директором академии, был амбициозным и уважаемым учителем. Среди его учеников были Франц фон Ленбах, Франц Дефрегер, Никифор Литрас, Джозеф Вопнер, ну и так далее. Его отец и брат также были художниками. Младший сын Карла Пилотти, Оскар Пилотти, выдающийся химик, погиб во время Первой мировой войны. Роберт Пилотти, еще один сын, стал учеником-юристом и политиком. Дочь Йоханна вышла замуж за инженера Фридриха фон Эфнер Альтенека. В трех городах улицы названы в честь Карла Теодора фон Пилотти: в Мюнхене, Нюрнберге и Эссене. Вот так вкратце из Википедии о немецком художнике Карл Теодор Пилотти или фон Пилотти. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.